честь важной даты сегодня прошли многочисленные акции и флешмобы. В Абакане одному из главных государственных символов посвятили велопробег по улицам города и концерт под открытым небом. На празднике побывала и Мария Добрынина. Первый год. Отпраздновать день флага. Знаю, что в день флага, на День России, бывает такая акция, велопробег. Вот сегодня тоже решил поучаствовать. Триколор, белый цвет, это цвет веры, символ надежды. Синий – это цвет неба, красный – это цвет силы. Интерпретаций значения цветов флага много, как и названий составляющих триколора. Если смотреть в глубину веков, то флаг, который вел Петр I и который использовался изначально на военных кораблях, состоял из белого, лазоревого и алого. В 1994 году триколор вернулся, и этому событию сегодня исполнилось 30 лет. Отметить это знаменательное событие активные жители города решили, невзирая на погоду. Сила спортивного и патриотического духа. Колонна триколора бодро мчится к главному месту проведения праздника. Ну а присоединиться к спортивно-патриотическому мероприятию могли в том числе и пешеходы. Достаточно было с собой пронести в руках главный символ страны – флаг. Встречали гостей праздника сотрудники силовых структур и юнармейцы с равновеликими полосами на огромном полотне. Нашего флага – это строчки кода, нашего российского кода. Это ключ к пониманию к нашей уникальности, уникальности нашей страны. Это как эмблема нашей команды. Просто наша команда огромная, большая, вся Россия, все 150 миллионов человек. Символ Родины, особенно в сложные времена, значит многое. И сегодня российский триколор для своих граждан снова приобрел былое величие. Мы все под флагом. И честь отдаем флагу, и празднуем. Наши сейчас там бойцы, СОБР, ОМОН всегда там на передовой. Поэтому каждый опорник. Флаг – это значит, мы там, это победа. Я считаю себя патриотом, я к этим мероприятиям отношусь очень серьезно. Как сказал наш президент, если Россию вычеркнуть из мира, без России мира не будет. День флага прошел шумно и красочно, но по-государственному коротко, ведь это рабочий день. А поучаствовать в следующем году могут все, даже не отрываясь от дел. Достаточно украсить дома и организации триколором и так выказать свое уважение и причастность к патриотическому празднику. Мария Добрынина, Антон Уважилов, Вести Хакасия.